Привет, с вами Виконста. Сегодня мы отправляемся в магазин. Посмотрим цены на продукты питания и ассортимент товаров. Сейчас дорогу перейдем и посмотрим, что же там продают. Также не забывайте писать в комментариях свои цены, расценки. Будет интересно сравнить, какие же у вас продукты и какая стоимость. Сейчас по пешеходному переходу перейдем. Вроде бы сюда город небольшой, но в то же время пробки. Улицы здесь маленькие, поэтому разминуться очень тяжело. Тем более, если правый ряд заставлен машинами. Видите, какая вереница машин. И заодно себе прикупим некоторые товары. Че зря ходить? Не только ж видео снимать, но и для себя полезно все делать. Сложите, все. Берем корзинку. Так, начнем с минеральной воды. Вот самая дешевая, 22 рубля. Это 1,5 литра. Крымская негазированная, 2-литровая, 53. Ну, я цены комментировать не буду. Вы просто будете смотреть, что их повторять. Семнадцатая лечебная. Боржоми по 121 рублю. 0,75 в пластике. Кстати, пластик от стекла отличается вкусом. Ну, стекло, как вы знаете, намного вкуснее. Не знаю только чем, но вкуснее. Дальше. Сладкая вода. 60 и Red Bull 250, 115 рублей. Дальше хлеб. Хлеб батон по 40, европейский нарезанный, 600 граммовый, а тут 500 грамм, 36,90. Рожки по 58. Дальше водка Хортиця 418. Да, алкоголь дорогой в Крыму. По 700 рублей он за бутылку, русский стандарт. Акциз дорогой, поэтому и водка такая цена. Ну, тут, конечно, подешевле, 368. Тундра 489. Хлебный дар литровая 673 рубля. Теперь дальше шампанское. Видите, по скидке. Поэтому, если есть скидки, то это, конечно же, хорошо. Периодически любые супермаркеты делают такие поблажки для людей. Но опять-таки, они делают наценку. Потом через время ее опускают и кажется вам, что дешевле. Но на самом деле процент там нормальный, накрутки. Не, ну должны как-то же зарабатывать хоть что-то. Мартини 1342. Коньяк 700, 800, 5-летний коктебель. Финляндия 1677. Самая популярная, мне кажется, водка. Это вообще 2227 коньяк коктебель. Очень дорого. Да, больше. Давайте теперь на пиво идем. Балтика 53. Вот тут Хогаден стоит. Тут по 113 он. Белый медведь 60-20. Это безалкогольная, а светлая обычная 62-60.
кстати, кто производитель. Московская область, город Клин. Старый мельник по 78. Балтика семерка 82 рубля. Видите, сейчас начали делать уже бутылки не по 0,5, а 0,47. То есть еще 3 грамма. Убрали. Соки. Сок 115. Добрый. Сочная долина по 69. Рич 109. Вина 318, 300, 400, почти 500, старый Крым, полусладкое белое. Ролик такой простой, жизненный, но в то же время интересный. Всем хочется посмотреть, какие же реальные цены в Крыму. Поэтому смотрите и комментируйте. Сейчас бакалею всю пройдем и переключимся на овощи, фрукты. Дальше. Лук ялтинский по 109 рублей. Связка 130 стоит. Я не знаю, конечно, сколько килограмм там, но я шел мимо рынка, видел. Красный обычный по 69. Чеснок. Свекла по 25, вот такая маленькая. Помидор по 109 рублей, розовый. Морковь по полтиннику, картофель ранний Египет 59, а молодой по 25. Здесь сгущенное молоко 69. Здесь молоко сгущенное с сахаром. Килограмм 118 рублей. Фрукты. Апельсины. Арбузы. Кстати, арбуз дороже, чем на рынке. Там по 40, по 35 продают. Ну, скоро цена вообще упадет до нуля. Хотя с каждым годом нижний порог все выше и выше. Давайте перейдем в другой отдел. Мука. 2 килограмма 99 рублей. Здесь 104. Соль по 17,70. Это подороже, а подешевле по 14 рублей. Продукт творожный по 65-66 рублей, 74 вообще он цена, 73. Йогурты 68. Чечевица 97, пшеничная 75, рис белый по 169, это дорогой,
турецкий горох 125. Вот тут уже подешевле, рис идет по 90, по 62. Крупа кукурузная 45. Сахар килограмм 46 рублей. Соль, черная соль, кала-намак 69 рублей за упаковку. Макаронные изделия. Масло подсолнечное слобода литровое 200 рублей. Оливковое 318 литровое. Литровое 255. Макароны по 35. Есть по 68. Но цены разные. Опять все зависит от качества и производителя. Гречневая крупа ядрица. И мистраль по 149. Яйца 62, 72, в зависимости от размера. С0, здесь С1. Сливки, тушенка. Сметана по 85, 15%, 20% 93 рубля. Творог 750 грамм, 266 рублей. Творожное зерно 75 рублей. Молоко 61,65. Это 2,5% и 3,2%. Соус майонезный 84 рубля. Хайнц классический 218. Уже писали целую сумму, округляли до целого числа. Эти 90 копеек ни туда и ни сюда. С этой мелочи потом возятся. Ну хотя она округляется все равно. Вот так вроде бы кажется немножко дешевле. Не по 165, а 164,90. Разновидности майонеза, он целый ряд стоит. Выбирай, какой хочешь. Дальше, масло. Сливочное 151 рубль. Это 72,5%. 82,5%. Брест-литовская 163 рубля. Сыр плавленый 54. На каждом товаре не зациклишься. Все не покажешь все равно. Но я думаю, часть вы обязательно увидели и, конечно же, сравните. Ну, как вам цены в Крыму? Колбасы. Вот колбасы, конечно, тема интересная. Московская 997,90 за килограмм. Краковская 586. Сосиски ганноверские, тавровские, с молоком, сардельки, шпикачки, сыр творожный,
Хохланд, 107 рублей. Московская 1109, но это самая дорогая колбаса, где я только был. Всегда московская, брауншвейгская, это элитный сорт колбасы, но представьте, цена, это сколько килограмм мяса можно купить и съесть. Селедка по 85, называется пресервы. Обращали внимание, что селедка — это пресервы. Ребрышки свиные 309,90. Корейка по 358, это в вакуумной упаковке. Все, что осталось, видимо, разобрали. Тушка цыпленка бройлера, не вижу, где-то он тут должен быть, по 170 рублей. Шейка свиная 525,90. Мне кажется, дорого. Кетчупы, соус Heinz 120, кисло-сладкий 120. Кетчуп томатный, Махеев. Здесь уже идет косметика, дезодоранты мужские. Лучшая защита — это профилактика, чтобы защитить себя и близких. Крем детский, вот этот самый классный крем, 46,70. Первое. Не выезжать в зоны повышенного риска, избегать посещения массовых. Крем от загара. Второе. Использовать индивидуальные средства личной гигиены и соблюдать дистанцию. Пена для бритья. Избегать близкого контакта с людьми, у которых нет. Зубная паста. Мы практически всю группу товаров охватили. Это те товары, которые, ну, пользуются спросом, ну и люди покупают. Поэтому как раз вам будет есть с чем сравнить. Зубная паста. Порошки. Это кондиционер для белья. Вот Ленор, 170 рублей. Скандинавская весна. Но тут разные только запахи. Средство для стирки. Гель 396. Персил. Ласка 404. Для ванны. Очиститель. Мистер Мускул. 241 рубль. Для посуды Фейри 0,9 литров 139 рублей. Таблетки посудомоечные 1093, здесь 50 штук. Чуть поменьше, 13 штук, 488 рублей. Представьте, какая разница. То ли купить 50, потратить 1100 рублей, то ли 13,500. Практически накрутка 50% еще идет сверху. А здесь повторяется. Шампунь. Гель для душа. Вот самый простой. 159 рублей. Палмолив. Это женский. Ну а мужской Men Sport 237, 250 мл. Гель для душа 3 в 1, для тела, для лица и для волос. В общем, мойте все, что угодно. Подгузники 27 штук, 545 рублей. А большие упаковки, интересно, есть? Семьдесят штук, 1256.
Так, ну что, вроде бы по бытовой химии закончили. Клюква сушеная 71,89. Приправы, добавки, усилители вкуса. Обувь пляжная женская 170. На рукавнике даже есть надувные по 191 рублю. Сегодня мы побывали в одном из супермаркетов Крыма. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.